Сделать город красивее, ярче и наряднее. Главная задача конкурса на лучшее новогоднее оформление, который проходит в Ленинском районе Бреста уже 6-й год подряд. И если в прошлом сезоне в творческом состязании приняли участие порядка 60 номинантов, то в нынешнем от предприятий, организаций и частных лиц поступило 75 заявок. Каждый год новое здание подсвечивается, появляется какая-то иллюминация новая. Что касается Ленинского района, то вот этот смотр-конкурс проводится уже 6-й раз. То есть уже есть какие-то определенные традиции. И если в первый конкурс в 2013 году участников было всего лишь 25, то в этом году уже 75. И, конечно, рейтинг тех, кто когда-то 6 лет назад получил дипломы, и кто в этом году, он значительно выше. Одна из особенностей нынешнего конкурса – увеличение числа номинаций. Теперь их 9. 27 предприятий и организаций различных форм собственности, а также частные лица, стали обладателями почетных дипломов и сувениров. Еще 8 конкурсантам вручены благодарственные письма за активное участие в новогоднем соревновании. Вместе с тем, в одной из новых категорий – оформлении многоэтажных домов – сами участники конкурса ратуют за увеличение номинантов и хотят конкуренции. Приходилось с людьми разговаривать, доказывать, но в конечном итоге вот то, что получилось, то и получилось на сегодняшний момент. Так, скажем так, но, наверное, скорее всего, может быть, даже пока на этом временно приостановимся. То есть, потому что ну, участвовать, когда мы, скажем так, только одни и других, с другими домами как бы конкуренции нет, то тоже как бы неправильно по отношению к другим жильцам. Чтобы сделать город ярким и праздничным, в разных точках Ленинского района установили 9 елок, сделав их местами притяжения горожан разных возрастов. Учреждения района, предприятия и организации украшали свои здания и территории не только иллюминацией. Многие проявляли чудеса фантазии. Например, ясли-сад номер 20 произвели в городе настоящий фурор, украсив окна вытянанкой с историческими объектами Бреста, за что и получили заслуженное первое место в номинации «Лучшее новогоднее оформление учреждения дошкольного и специального образования». Все зависит от каждого человека, который в нем живет. Насколько он сам примет участие в этом, настолько будет краше то окружение, которое его окружает. Как бы мы утром не собирались на работу, потом не работали, все равно нас окружает наш город. И везде именно наше оформление, которое мы сами его и делаем. Поэтому чем ярче будет город, чем ярче будет и жизнь людей, живущих в этом городе. Нынешний год для Бреста знаменательный. Статус тысячелетнего города накладывает свой отпечаток и на все мероприятия, которые проходят в областном центре. Город света, город цветов. Каким быть ему дальше, зависит от всех нас. Ирина Альшова, Павел Малашонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.